Всем привет! Продолжаем знакомиться с главами книги «Библия» в иллюстрациях «Гравюра на дереве» Юлиуса Шнор фон Карсфельда с библейскими текстами по синодальному переводу. Иоанн, проповедник в пустыне. И был глагол Божий к Иоанну, сыну Захарии, в пустыне, и он проходил по всей окрестной стране Иорданской, проповедуя крещение, покаяние для прощения грехов, как написано в книге слов пророка Исаии, который говорит: «Глас вопиющего в пустыне, приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези Ему, всякий дол да наполнится, и всякая гора и холм да понизится, кривизны выпрямятся, и неровные пути сделаются гладкими, и узрит всякая плоть спасения Божия». Иоанн, приходивший ему креститься от него народу, говорил: «Порождение ехиднины, кто внушил вам бежать от будущего гнева? Сотворите же достойные плоды покаяния, и не думайте говорить в себе: отец у нас Авраам, ибо говорю вам, что Бог может из камней сих воздвигнуть детей Аврааму. Уже и секира при корне древ лежит. Всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь». И спрашивал его народ: «Что же нам делать?» Он сказал им в ответ: «У кого две одежды, то дай неимущему, и у кого есть пища, делай то же». Пришли и мытари креститься и сказали ему: «Учитель, что же нам делать?» Он отвечал им: «Ничего не требуйте более определенного вам». Спрашивали его также и воины: «А нам что делать?» И сказал им: «Никого не обижайте, не клевещите и довольствуйтесь своим жалованием». Многое другое благовествовал он народу, поучая его. Текст по книге «Библия» в иллюстрациях «Гравюра на дереве» Юлиуса Шнор фон Карсфельда с библейскими текстами по синодальному переводу.